Всем привет, это наша любимая игра Клондайк. У нас были временные квесты, ежедневные, ветер с юга, и там давались подарки. Да, обратите внимание, сани-корянки. Это не значит, что у вас появятся какие-то другие сани, это просто, когда вы применяете, появляется другой вид у ваших саней. Ну, лично, как по мне, это бесполезный крафт. Ну что ж, и было там еще у нас такая розовая открыточка. Давайте вместе поставим и посмотрим, что дает она нам. Выбираем. Выберите декорацию, которую хотелось бы получить и украсить свою станцию. Все. Можете выбрать одну из декораций и поставить себе ее на станцию для красоты. Я даже не знаю, что выбрать. Пускай будет шарманка. Открыть. Все. Такая вот шарманочка. Я могу ее где-нибудь сунуть, чтобы она мне не мешалась. Ее даже тут и не видно. Пусть стоит. И на этом все. Всем пока-пока.